Юр, ну я вас поздравляю. Чтобы не сидеть спиной, я... Я рада, что я снова вижу вас и ваши картины, и присутствовал при развеске их. Да. И каждый раз меня радует и поражает ваше такое творческое такое кипение. Вообще, потому что я лично, мне тоже было предложено сделать картины по Тургеневу. И я отказалась. Я поняла, что это не мое. Поэтому это достаточно очень сложно, если честно говоря, вот с Тургеневым работать очень сложно. Вот, поэтому я, честно говоря, вот думала, интересно, что это такое Косоговский придумал. Ну, Косоговский, конечно, он же такой у нас творческий, невероятно творческий человек, бурлит. Причем творчество его проявляется не только в том, что он придумал рандизм. С Юрием очень интересно общаться, потому что у него часто бывают такие парадоксальные мнения. Вообще такие свежие, он вообще абсолютно независимый, свежий, у него независимое, свежее мышление и абсолютно свободное. Вот это проявляется и в живописи, и в музыке, и в поэзии. Вот. И в юриспруденции, и в физике. Ой, это я не знаком. Да, да. Я залез еще и туда. Да, да. Абсолютная вера в человечество и в себя. Вот это вообще для художников вера в себя – это одно из самых важных моментов. И вот Юрию это присуще. Причем вот помимо вот этой веры в себя, и я говорю, в человечество, потому что он удивительно доброжелательный, открытый человек, интересующийся, потому что если вы зайдете на его страницу в Фейсбуке, вы увидите, как у него его страницы бурлят, у него отклики абсолютно, он реагирует на все события жизни. Причем перемешивается поэзия, классика живописи, тут же политика, тут же реакция на... То есть вот это более живого, более отзывчивого человека, вот я и художника, вот художника, именно как художника, я не встречала. Поэтому я рада нашему знакомству, нашему общению. Наши часто мы ездили вместе в поездки, в Ясной Поляне у нас были, и в Москве у нас были выставки общие в Шотландии. Вот, поэтому я, Юр, большое спасибо за такое общение с вами и за ваш взгляд на мир, на поэзию, на литературу. Все. Ну, не хотите сказать, что...